О, привет! А вы на канале Акстар, рад приветствовать у себя. Это моя комната, а еще это лучшее видео. И знаете почему? Во-первых, потому что собеседование в образе малыша, и это малыш на собеседовании, это просто разрыв само по себе. Вы просто представьте, маленький мальчик пытается устроиться в музыкальную школу преподавателем, но это просто разнос. А во-вторых, безумно крутая идея сегодня. Два малыша, два маленьких брата малыша. Вот я... Здрасте. Пытаются также устроиться в музыкальную группу. Вот, ну, это вообще, я считаю, достойно лайка. А, кстати, если у нас будет 100 тысяч лайков, то я выпущу вторую часть с двумя малышами. Все, погнали. Так, все сказал. Подписки, комментарии, лайки. План выполнен. Началка есть. Погнали. Я научился играть так, что на любом мероприятии, в любой компании, все внимание людей приковывается к моей гитаре. И ты можешь так же. Осталось только научиться играть, но об этом позже. Но до 8 марта осталось не так уж много времени, поэтому не так уж много времени, чтобы выучить что-то впечатляющее. Но на этот случай я хочу тебе кое-что порекомендовать. Я люблю дарить интересные необычные подарки, и сейчас советую присмотреться к бесконечному фотоконструктору Mazabrick. С его помощью можно собрать любую фотографию в виде мозаики. Собрать можно все, что угодно. Наборы универсальные, всего есть 3 размера, и можете выбрать под себя. А можете взять несколько и объединить их между собой. В наборе есть все необходимое, а самих кубиков намного больше, чем понадобится для любой фотки. Вам остается только зайти на сайт Mazabrick, загрузить туда свою фотографию, и сайт выдаст вам подробную инструкцию по сборке. Все просто. Один и тот же набор можно пересобирать бесконечное количество раз, просто загружая новую фотографию. Как по мне, очень милый и крутой подарок, потому что получатель может сам выбрать, что он хочет собирать. А можно сделать это вместе. Получается, не просто даришь подарок, а проводишь время со своим любимым человеком. В интерьере, кстати, Mazabrick смотрится очень круто. За 2 года он стал не просто российским стартапом, но и стал популярен по всему миру. Положительные отзывы в сети это только подтверждают. Ну и по традиции, промокод AXSTAR на скидку 20% на все наборы Mazabrick. Переходите, заказывайте и радуйте своих близких. Ссылка в описании. Меня видно? Так, а немножечко, смотрите, со звуком все отлично. Да. Не видно лица. А, это немножко я, камеру это... сейчас приподнять. Сейчас я настрою. Ага. Так, с голосом. Здрасте. А, так, а мне Павел нужен. Гитарист. Я стал дозваниваться там на фотографии, брат ваш или кто там. Это, ну, по поводу гитары, да? Да. Так это я, гитарист в группу. Ну, гитарист в группу. Так, там фотографии были немножко, как бы, отличались. Это, я сейчас все объясню. Мне 12 лет. Почти 14, я занимаюсь гитарой, вот, я поставил в объявлении немножко не свою, чуть-чуть вот так немножко не обманул, но, скажем так, неправда. Ну все, я понял. Я правда круто играю, я вот хочу в группе, мне это, смотрите, мама даже вот наряд такой приобрела, вообще, вот такой рокерский вообще наряд, замечательный. Нет, кофточки к прикиду вообще вопросов нет. Я вообще, да. И перчатки, йоу. Ну, то есть, я готов. Да, наряд действительно очень впечатляющий. А сколько тебе вообще лет? Мне 12, но я играю на гитаре давно и вполне себе хорошо. Угу, смотри, я тебя понял. Немножечко тогда расскажу, что вообще мне нужно. У меня группа, я солист на саксофоне, играю в группе. На чем? У нас барабан. Саксофон, музыкальный инструмент такой есть. Вот. Саксофон. Так, он чуть позже, да, могу сыграть тебе. Саксофон. И мы играем как бы достаточно серьезные произведения. То есть мы выступаем, у нас много заказов, да, иногда даже выезжаем куда-то в другие города, даже страны бывает. И там все ребята взрослые. Вы написали ваш репертуар, я с таким справляюсь. Справляешься? Давай я, чтобы было более понятно, тогда, может, сыграю тебе сейчас, чтобы ты немножечко уровень вообще, ну, оценил. Мы играем вообще разные вещи, но я тебя скидывал. Блин. Спасибо, Паш. То есть мне требуется уровень даже не любительской игры на гитаре, а что-то ближе к профессиональному. Я долго занимаюсь. Не, это все классно. Причем даже без музыкальной школы сам. Ты в музыкальную школу даже не ходишь, да? Я сам, все сам. Сам. Слушай, Паш, даже не знаю, что тебе сказать. Давай мы с тобой
Если что, я с тобой свяжусь, да? То есть пока ничего сказать не могу, я подумаю. Точно? Я думаю, что да. Ты поиграешь, и когда-нибудь я тебе еще напишу, позвоню обязательно. Даже не сыграл, вы даже не послушали, я же вот приготовился, тут наделся. Нет, слушай, вообще к луку к твоему, да, как ты выглядишь, вопросов нет, прям как настоящий, да, вот этот рокер такой бывалый. Просто пойми, я не знаю, как... Ну, можно я просто хотя бы сыграю? Ну, давай, сыграй, конечно, что-нибудь сыграй. Вот я можно сыграю вот это вот Carlos Whisper тоже? Что хочешь, да. А, вот которую я играл, что ли? Да. Давай, играй, пожалуйста. Я думал, сейчас будет, понял, какой-то кузнечик или вот эти там три. Нет, это вот я разучил Карлос Виспер. О, круто. То, что я там сейчас вот это играл тебе, это вообще по сравнению. Слушай, вот это нам и надо, да, на самом деле. По уровню. Вы представляете, а вот мы выходим на сцену, а там вот как бы вы со своим саксофоном вашим, вот как вот эти. Да, там. И я, это вообще просто полный разрыв. Там все просто качали. Это да, это не то слово. Я думаю, мы с тобой попробуем. Можно, да, будет порепетировать вместе? Да, я думаю, мы с тобой обязательно встретимся вживую. Ты принесешь с собой гитару, мы что-нибудь с тобой сыграем. Это по-любому. Слушай, вот, ну, у меня, круто, знаете, еще у меня круто. Вот скоро, как это, знаете, 8 марта, да, праздник. Так, смотрите, 8 марта я приглашаю, значит, маму свою, девочку свою. Так, девочку свою, так. И мы им играем, и они в восторге. Это в восторге, слушай, Паш, да, мы сделаем, я тебе отвечаю, мы сделаем. Только вот единственный момент, тебе 12 лет. И тут нужен такой моментик с родителями. Не будет ли проблем, то есть у нас все-таки это, видишь, коммерческий. Да? Мировой рекорд по игре на гитаре я буду ставить вместе с вами в прямом эфире. И мне нужна помощь каждого из вас, поэтому слушайте внимательно. В общем, есть такой рекорд, где 1683 человека играют на гитаре одно и то же произведение. Как вы уже поняли, именно этот рекорд мы и собираемся с вами поставить в воскресенье 26 февраля в 13:00 по московскому времени. Играть мы будем Гарри Поттера, потому что он ушел из России, и нужно запечатлеть его память. А во-вторых, вышла игра Hogwarts Legacy, я думаю, это будет прям в тему. Сначала я вас всех научу играть Гарри Поттера, я сделаю бесплатный разбор, где за один час я разложу по полочкам фрагмент, который мы с вами вместе будем играть. Также я разыграю 3 гитары среди участников данного мероприятия, 5 мест в гитарную академию. Также каждый участник получит запись нашего с вами рекорда и табы Гарри Поттера в подарок. А еще каждый участник получит промокод на скидку 40% на вступление в гитарную академию. Это еще не все. Мы с вами сделаем сайт, где укажем имя каждого, кто принимал участие в рекорде, и это будет просто легендарное событие. Я жду каждого из вас, нам нужно побить рекорд запасом, нужно минимум 3000 человек, поэтому регистрируйся по ссылочке в описании на наш гитарный рекорд. Встретимся 26 февраля, воскресенье, в 13:00 по московскому времени. Все, жду тебя, круто проведем время, разыграем много всего и научимся играть Гарри Поттера. А теперь погнали дальше. Это вот в группу гитариста я. Вот. Мы с вами переписывались. Прости, но я разговаривала с Павлом. Я просто фотку поставила не свою, ну, потому что вы бы со мной не хотели говорить. Я вот в группу хочу устроиться, я вот на гитаре играю и хорошо играю. Я, конечно, очень понимаю твои мечты, твои желания, но у нас очень серьезная группа, у нас взрослый коллектив, и мы не принимаем к себе таких маленьких музыкантов.
Мы вообще, у нас с братом коллектив. Вообще, я на гитаре, ну, вам только гитарист нужен, но у меня брат есть, он на барабанах играет. Вот мы вообще вместе можем с вами играть. Он, правда, тоже классный, хороший. И я вот играю. А мы детей в нее не берем. Но я уверена, что вы хорошо играете, да, и все с этого начинали. Я в вашем возрасте тоже собирала школьную группу, начните с этого. Да? Может, вы послушаете? У меня очень много сейчас созвонов, мне надо срочно найти хорошего профессионального гитариста, и у меня нет времени слушать всех ребят, кто мечтает играть в нашей группе. Можно я вот позову брата старшего? Он с вами тоже поговорит. Он взрослый? Ну, он старше меня. Ну, ладно, посмотри. Илюх! Илья! Иди сюда. Вот, в группу. Вот я... Здрасте. А я вот на барабанах играю. Он старший? Он на год и два месяца старше меня. Вот, знаете, это не такая большая разница, как кажется в вашем возрасте. Я думала, что поговорю с кем-нибудь из ваших родителей. А их просто дома сейчас нет. Ну, тогда, ребята, извините, давайте не будем тратить друг друга время. Ну, это вот Илья, он на барабанах как раз мне подыгрывает. Я барабанщик, я тоже музыкант. Он стучит вообще классно. Да, я очень люблю стучать. Я вижу, что у вас вся семья талантливая, я готова прослушать всю вашу семью, но давайте, знаете, читать хотя бы. Да я, если что, не претендую, я просто ему подыграть вот сел. Вы вот братика хотя бы возьмите. Я вам могу с уверенностью сказать, как взрослый человек, что он действительно талант. Я это вижу. Я все-таки уже постарше. Вот, и он тоже очень хорошо играет на барабанах. Я прекрасно понимаю ваши чувства. Вам нужно просто начать со школьного коллектива. Создайте школьный коллектив и начните с этого. Все с этого начинали, но пока рановато, честно. Не воспринимайте это как отказ. Это просто пожелание вам на будущее. Работайте, работайте дальше, и все придет. Просто, понимаете, очень хочется играть вот в группе, а вот мы пробовали уже несколько таких объявлений, и вот люди только нас видят и сразу бросают трубку. А вот вы вот уже с нами говорите. Послушайте, пожалуйста, дайте нам один раз сыграть. Ребята... Прям одну минутку, и все. Если не понравится, ну ладно. Ладно, уговорили. Только быстро, давайте. Хорошо, я понял. Давай, Илюх. Просто еще ваше удовлетворение, так сказать. Вот, это барабаны. Да, я вижу. Это уже хорошо. Вот. И правда... А у тебя есть гитара? Да, гитара-то вот. А у меня она вообще любимая. Да, уже успех. У вас есть инструменты, как минимум. А, вы готовы? Жгите, жгите. Я всегда готова, давайте. Главное, чтобы вы были готовы. Все, ты готов? Да, начинай. Только давай что-нибудь это, попроще, чтобы не переборщить, не ошарашить. Ага. А то это... Ну да. Не, чтобы не шалеть. Вообще, вот. А то еще переволнуемся. Мы готовы. Вы готовы? Давайте уже, да, я всегда готова. Главное, чтобы вы были готовы, ребята. Да, мы это вообще всегда готовы. Давай, темп сильно не загоняй. Ага. Давай, как, давай. Ага. Давай. Thank you.
просто поразили. Серьезно. Если бы я сама своими глазами сейчас это не видела и не слышала, я бы никогда не поверила, что вы в таком возрасте можете так играть. Ну, вот вы покорили просто мое сердце. А мы вы вот просто снимаемся. Какие-то Моцарты маленькие, уникумы. Офигеть. Вот. Брата музыкальную школу не взяли? Вот мы когда в группе будем выступать, вот обзавидуют это, будут локти кусать. Знаете, как только вы начнете играть, все просто упадут в обморок. Это я вам гарантирую. Это просто невероятно. Спасибо большое. Это, ну, можно с вами вот на репетиции вот поиграть будет? Ребята, вот я никогда в жизни бы не представляла такой ситуации, чтобы я позвала таких маленьких музыкантов. Мы не маленькие, мы вообще взрослые. Да-да-да, извини. Но имеется в виду, по сравнению с теми дядями, которые у нас играют, вы прям очень-очень юны, но у вас столько таланта, столько огня и столько рвений, энтузиазма, что вы просто многих взрослых даже уделаете. Это просто, я вам гарантирую. Так что, да, я вас позову. Вообще... Я просто не могу вас не позвать после такого. Это реально, вы меня просто убили. Слушайте, всё. Мы даже, если что, вот если понадобится, ну, в крайнем случае, можем и школу бросить ради этого. Нет, пожалуйста, только не бросайте. Вот, слушайте, мы вот с кем не разговаривали, все нас сразу бросали, а вот вы даже, вот, даже пригласили на репетицию. Все благодаря вашему упорству. Вот мой план сработал вообще. Что талант, он... Знаете, история была. Меня вообще в музыкальную школу не взяли. Mm-hmm. А меня это вообще разозлило. Я каждый день занимался. Вот. И... Вот, обычно да, так и работает это. Вот с братом не получилось. Его не взяли, и все. И вот... И до сих пор как-то не берут. Знаете... Вот, а смотрите, куда мы пришли. Это вот мой телеграм-канал, и на него нужно обязательно подписаться. Там, во-первых, на 40 тысяч подписчиков разыгрываем гитару среди всех участников. Там осталось совсем чуть-чуть, поэтому он уже на днях может быть. Во-вторых, как я люблю считать, там неизданные материалы, всякие кадровые съемки, опросы, интересные факты обо мне. Просто моя жизнь. И вот я там выложил аудиоверсию Crow с прошлого видео. Поэтому обязательно подписываемся на мой телеграм, ссылочка в описании, вот QR-код здесь, и вот QR-код здесь. А тебе желаю приятного просмотра, круто, если ты смотришь со своими друзьями. Алло, алло. Да, я вас слышу. Здравствуйте. Вас не видно. Что-то с камерой, посмотрите. Меня видно? Да, вот. Здрасте. О. Здрасте. Это Михаил по поводу преподавателя на гитару. Михаил, а сколько вам лет? Мне вот 12 уже. Давайте я все объясню. Я понимаю. В общем... Миш, ну подожди, стой, подожди. Ты как-то изменился совершенно. Я и хочу объяснить. Я поставил фотографию папы, только не бросайте трубку. Давай. Мне 12 лет, меня зовут Михаил. Я закончил музыкальную школу 5 классов. И я хочу помогать родителям, ну, зарабатывать, ну, чтобы это, вот. И там подарки делать маме, папе, ну, вот скажем так. Похвально. Да, вот. Похвально. И я подумал, чем мне зарабатывать. Я умею играть на гитаре, вот, и люблю общаться с детьми. Я подумал, что преподавателем буду, вот, и все. И я подал это на сайте, вот, этом, поставил фотку папы, но я решил, что вот, когда созвонюсь, я все объясню, вот. Все. Вот я закончил музыкальную школу, поэтому, ну, это профессионал уже, можно сказать. И много всего знаю. Сольфеджио, гитара играю. Иногда, ну, вот даже у меня вот тут барабаны купили мне. На них даже я стукаю. Не, ну, Миш, ну, как бы это все здорово, это хорошо, но ты пойми, для преподавателя твой возраст, ну, совершенно не подходит. Во-первых, потому что ты несовершеннолетний, а как мы тебя будем несовершеннолетнего устраивать на работу? Я уже все продумал. Об этом подумал. Я просто прихожу в музыкальную школу, вот, и мне какой-нибудь класс выделяют, и вот у меня там дети, и вот раз в месяц вы мне деньги.
Нет, ну так не бывает, Миш. У нас бухгалтерия, у нас отчетность, у нас договор. Во-первых, да? Смотрите, ну, можно мне прям, это, как другим, много не платить, как взрослым. Можно не так много. Здесь, как говорится, не в деньгах что дело, это не в деньгах счастье. Здесь дело в том, что возраст, ну какой, ну кто преподаватель, ну кто 12-летнему парню, кто пойдет, Миш. Ну сам подумай. Так я же играю хорошо. Ну, кто об этом знает? Только, ну, хотя, наверное, есть какие-то индивидуумы, вот как. Ну, слушай, и... Миш, преподаватели идут, уже не знаю, там, после 50, я не знаю, ну, в 12 лет, тебе же надо доучиться. У тебя, ты же в школе учишься же еще. Ну, а как ты будешь совмещать? Ты будешь совмещать преподавание со школой? Как ты вот это видишь? Ну, я вот раньше учился в музыкальной школе, а теперь я все закончил ее, а получается могу вместо того, чтобы учиться, вот учить. То же самое. Слушай, ты, ну, веселый, конечно, парень. Слушай, время уже... Можно я вам... Я вам сыграю? Я это... Да, я турецкий марш. Да, я готов, слушай. Что? Турецкий марш? Да. Ну, давай. Послушаем. А что, вы смеетесь? Сложное, что ли? Ну, произведение непростое, конечно. В 12 лет турецкий марш. В нашей школе, я тебе скажу так, что, ну, может быть, ну, не турецкий марш, но сложность такого произведения. Помню, где-то, наверное, лет 10 назад мальчик играл. Больше в 12 лет такого никто не делал. Понял. Ну, давай послушаем. Все. Ну, молодец, молодец. И как вот сколько ты его учил по времени? Вот это вот, вам честно сказать? Да, да, честно. Недели полторы, ну, то есть долго прям. Да ладно, слушай, я не знаю, ну, сложно, конечно, поверить. Ну, а по нотам ты играешь? Конечно, все знаю. Я говорю, я вообще басовый ключ даже знаю. Мало октава, вторая, там третья. Слушай, ну, я, конечно, приятно, очень сильно удивлен твоему умению. Вот. Тебе почему вдруг вот взбрело в голову, какая цель-то? Тебе наоборот, если ты хочешь денег заработать, то, может быть, тебе лучше... на сцену пойти, ну, есть, вот ты говоришь, конкурсы, да, вот, которые там выступают, может, кто-то заметит, может, какой-нибудь продюсер обратит на тебя внимание и будет устраивать какие-то концерты для тебя, чтобы ты радовал. А что мне сейчас делать? Я не знаю. Ну, у меня есть человек, да, который занимается концертами здесь, в Москве. Давай, может быть, я переговорю с ним, там предварительно сначала переговорю с твоими родителями. Да? Ну, у тебя мама, папа есть, да? Да. Есть. Да? Вот. Ты мне контакт их сбрось. Парень, молодец, занимайся музыкой. Спасибо. Это очень здорово. Спасибо. Ну, по крайней мере, я вот до сих пор в музыке и не жалею этого. Угу. Ну, что так вот сложилось в жизни. Ну вот, я думаю, что у тебя все получится. Хорошо, спасибо. Давай, будем на связи. Все, спасибо. Угу. Да. Говорить и играть очень сложно. Друзья, не забывайте, на 100 тысяч лайков выходит вторая часть с малышами. Сейчас я в конце такое устрою.
Вот, что еще? Не забывайте про подписки, комментарии, лайки. Это очень важно. И про мой телеграм-канал, это самое важное вообще. Вот, на 40 тысяч там выйдет конкурс гитары новый, разыгрыш. Там 4 тысячи осталось всего. Готовы? Погнали. Ну да, я лучше пойду на гитаре поиграю.